Почему? Почему? Ты не можешь сидеть спокойно и не бесить хотя бы трижды в день. Давай, быстрее, быстрее, быстрее! Быстрее, сюда! Фират! Фират! Звони в дверь. Асуман! Фират! Фират! Фират, дружище! Что это? Так они нас ни за что не услышат. Очевидно, что они уже вовсю веселятся. Мы опоздали! Веселятся? Прошу, не смеши меня! Фират! Фират! Асуман, не делай этого! Ты не можешь все так легко забыть! Фират! Что вы делаете? Что ты сделала с ним? Где он? Кто? Мама Султан выгнала Фирата из дома. Кошмар. Она до сих пор зовет Султан мамой. А Фират пришел в ресторан с чемоданом. Где же тогда Фират, если не с тобой? Где он? Слушай, возможно, ему захотелось побыть одному. Да. Он может быть в отеле. Даже если он не пошел туда, он придет к нам после того, как сильно выпьет. Ты прав. Пошли домой. Вперед. Кстати, никто никого не выгонял. Я знаю, что ты там. Нас. Не будь упрямой. Выходи. Слушай, говорю тебе в последний раз. Это твой последний шанс, а то пожалеешь. Что ты несешь? Ладно. Как хочешь. Нас любит Фирата. 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 Нас любит Фирата.
Проклятье! Я опоздал. Алло! Фират! Фират! Фират, выпусти меня отсюда! Да-да, я иду. Не отменяйте запись. Я буду через 10 минут. Фират! Выпусти меня отсюда! Фират, ты меня слышишь? Я тебе говорю, открой дверь! Открой дверь, Фират! Ну же, Фират! Фират! Ты меня слышишь? Фират, выпусти меня, иначе я позвоню в полицию! Ты меня слышишь? Фират! Выпусти меня! Эй, я тебе говорю! Фират! Слышишь? Выпусти меня отсюда! Ты куда бежишь? Прямо как на пожар. У меня встреча, я опаздываю. Слушай, пожалуйста, не опаздывай, иначе придется иметь дело с нас. Нас там, в подвале. Пожалуйста, выпусти ее, ладно? Что? Как? Нас? Почему она там? Клянусь, я тебя придушу! Я убью тебя собственными руками, ты меня слышишь? Открой дверь, пират! Где он? Что ты делаешь? Где он? Он ушел. Что? Он ушел, нас. Клянусь, я не знаю, с чего начать расспросы, поэтому лучше не буду ничего спрашивать. Ничего не спрашивай. Фират, как всегда, в своем репертуаре.